В Саратове вечер, и люди возвращаются с работы домой. И, конечно же, пробки для нашего города не являются редкостью. И одна из таких пробок каждый вечер собирается на улице Большая Затонская. На улице поставили два лежачих полицейских и один светофор, который хоть и подмигивает, но совершенно не радует глаз водителей. Еще одна преграда на этом направлении ждет автомобилистов напротив солярия, где также установлены дорожные неровности. И из-за них движение сильно замедляется. Эта проблема настолько серьезная, что о ней знают даже депутаты. И если говорить о летнем периоде, то, наверное, это необходимо. Действительно, там очень большое движение пешеходов, купающихся, в том числе хорошо отдохнувших. Они ходят в кафе напротив, они ходят на стоянку автомобильную. То в зимний, осенний-весенний период, мне кажется, что эта мера излишняя. Действительно, она создает проблемы для потока машин, и они на этих двух искусственных неровностях притормаживают, создают пробку. Насколько востребован этот пешеходный переход, нам узнать, к сожалению, не удалось, потому что за время съемок этого сюжета мы не встретили ни одного пешехода на данном перекрестке. Все понимают, что безопасность дорожного движения – это очень важно, но при этом следует исходить из реальной обстановки. По мнению некоторых автомобилистов, разумным решением проблемы для этого места мог бы стать светофор с кнопкой для перехода, а не всесезонные лежачие полицейские, которые только раздражают и без того нервных саратовских водителей.